Массовых празднований Нового года в Новосибирске не будет. Так решили в областном правительстве. В регионе действуют противоэпидемические ограничения до конца года. Мы всегда готовим полностью все программы, мы всегда полностью готовы для того, чтобы сделать салюты, сделать мероприятия, сделать поздравления, как мы привыкли всегда на новогодние наши основные елки от президента, от губернатора, от мэра, делать целую программу, называется «Хоть до утра», но мы понимаем, что в этой сегодняшней ситуации, к сожалению, мы этого себе позволить не можем, поэтому мы надеемся, что у нас будет послабление, мы к ним готовы. Праздничное настроение будут создавать зимние активности. В этом году катки откроют во всех парках города, в том числе и в Центральном, чтобы разгрузить площадку для катания на Театральной площади. Катки появятся чуть позже, когда выпадет больше снега. В Театральном сквере лед зальют ближе к концу декабря, а вот елку установят уже на следующей неделе. В ближайшее время на площади Ленина зажгут и новые гирлянды. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.